Так, ну что, какие у нас тут дела? Сегодня отдаем Рататуя хозяевам. Да, маленький-то мой? Отдаем тебя? Маленький, привыкла к тебе, маленький. Ой, надо же, он так не делал раньше, вот буквально пару дней, но сегодня тоже. Так, сейчас у нас вот пасючки там бегают, клубничку им дала. Вот, и будем делать... Сейчас Милки ингаляции. Ну, тут, как всегда, зева на подходе. Хочет, чтобы ее выпустили. Ну, выпущу я тебя потом, когда Ратика уберем. Так, сейчас будем Милку искать. Милка, напоминаю, у нас крысочка, которая 3,5 годика. Вот такая вот. Вон у нее ножки слабые задние. Так, Милка, иди сюда пока. Вон у нас девки уже бушуют, гулять хотят. Все, сегодня еще зеве лекарства будем давать. Все, гуляем. Вот у нас Милочка, вот у нее такие ноженьки слабенькие. Милка, не зарывайся, не зарывайся. Мы сейчас идем дышать ингалятором. Так, ну, собственно, чтобы они опять мне не сгрызли ничего, я их... Они начали подгрызать у другого небулайзера вот эту вот штучку, трубочку. Вот, поэтому, чтобы не сгрызли, я сажаю вначале... Это пасюки грызли. Я сажаю вначале в переноску. Милка, давай, давай, вниз, вниз. А вот это, кстати, уже дыру сгрызли пасюки. Пришлось полиморфусом заклеивать. Ну, вот я ее... Закрываю в такой контейнер. А ну, Ратик, давай, иди гуляй. Чего ты на меня все запрыгиваешь? Чувствуешь, да, что сегодня уйдешь? Ну, ничего. Ну, да посмотрите на него, а. Как он себя ведет. Какой сладкий мальчик, а. Так, вот у нас небулайзер. Little Doctor, по-моему, что-то как-то так называется. Короче, это второй мой небулайзер. У меня их сейчас два. Вот. Ну, в принципе, вообще очень нравится. Так, все подключили и включаем. Минут на 15 Милка дышит у нас лекарственно. Все, он работает. Там, где интересно, могу показать. Вон там пар идет. Все, там лекарство. Лекарство у нас из раствора и бердуал. Вот пока все. Так, а тут мы сейчас будем две плошечки с лекарствами делать. Ну, приходится в сладостях давать Милке. Можно уже сладости, она старая. Пусть порадуется. Вот, берем творожок. Таблетки у нас горькие, поэтому пусть будет лучше сладкое. Пусть будет сладкое вредное лучше. Главное, чтобы съела. И зеви немного. Зева у нас очень хорошо различает запахи таблеток. Так, они у нас получают инроксил. Вот тут у меня таблетка раскрошенная, и я ее сюда вот так вот высыпаю, высыпаю всю таблетку. Чуть-чуть просыпалась. Надо засыпать. Все, и зубочисткой перемешиваю. Чуть с фокусировкой в последнее время плохо. Вот, перемешали. И здесь перемешаем чуточку. Он горький на самом деле. Не знаю, как они это едят. Фу, я попробовала. Вот, ставлю сюда, это зева у нас потом съест. А вторую я поставлю уже Милка, когда подышит. Тут немного лекарств осталось. Бергалак вроде сегодня не надо. Сейчас посмотрим. Кабергалин у нас послезавтра. Ну все. Ой, ну ты посмотри на него, а. Ну ты посмотри на этого малыша. Эти, господи, какой ты общительный у нас оказывается, да? Ты ж на ручки лезет постоянно. Лезет на ручки. Ну что с тобой делать, а? Что с тобой делать, маленький? Ой, какой общительный, а? Давай, слезай, иди гуляй. Последний раз у меня гуляешь.